Городские именные стипендии и единовременные премии присуждаются одаренным студентам и школьникам ежегодно. Все ребята – отличники в учебе, добившиеся высоких результатов в литературе, творчестве, спорте и многих других различных сферах. Большинство из них – победители олимпиад, конкурсов и соревнований. Претендент на именную стипендию должен иметь не менее 90% отличных оценок. Артемий Первушин получил именную стипендию за достижения в области истории. На протяжении многих лет, как с класса 6-го, я начал заниматься более активной историей, принимал участие в различных олимпиадах, конкурсах, также, и, соответственно, это меня и привело к получению этой награды. Всего было рассмотрено 143 портфолио, 90 на стипендии, 48 на единовременную премию. В итоге наград удостоились 36 человек. 26 из них стали обладателями именных стипендий и 10 получили единовременную премию имени Валерия Коваля.